С 1 июля 2024 года у индивидуальных предпринимателей остается лишь один способ предоставления декларации – онлайн. За второй квартал налоговые инспекторы будут принимать их только в электронном формате. Это уже обязанность. С 1 июля 2024 года налоговые декларации, поданные в письменной форме, не будут считаться представленными. Для этого индивидуальным предпринимателям, не имеющим ЭЦП, необходимо получить электронную цифровую подпись в регистрационных центрах. Следует сказать пессимистам, что электронный документ – это удобно. Предприниматель не будет привязан к месту и времени. Отправить декларацию можно будет из любой точки мира. А еще один плюс – электронной декларации все расчеты делаются сами. Ошибка исключена. А вот если в других моментах допущена эта пресловутая ошибка, вам придет СМС и сразу же можно будет внести правки. Ходить, ждать, а потом переделывать не нужно, а нужно уже сейчас сделать свою электронную цифровую подпись. Уважаемые индивидуальные предприниматели, просьба заранее подготовиться к переходу на систему электронного декларирования, чтобы сократить время ожидания и избежать очередей при получении ЭЦП. С алгоритмом получения электронной цифровой подписи в информационно-издательском центре по налогам и сборам можно ознакомиться в инфографике, а более подробная информация размещена на сайте Министерства по налогам и сборам налог.gov.by.